Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1435. События дня. Псалом 68.2, взятый как эпиграф. «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей». За 17 ноября 2019 года, за воскресенье. А дальше прочитать полностью, что говорится в псалме об этом. Я буду дальше продвигать, а вы затормозите и прочитаете. Вот такое у нас обращение о помощи. Фермер один, трудно очень купить комбайн. Угу. Ну и наша тут переписка какая была. Чат, не это уже свой, там свое содружество. Так сказать, наши письма. Эпистолярное наследие в электронной версии. О каком-то ручке беседуют. Ручкин, знахарь, по всем признакам, что он не христианин. Я не участвую в этих разборках, вы сказать. Сейчас посмотрим, у меня картинки есть, и там где-то он должен быть. Я ничего тут не толкую, ничего. Просто посмотрите, как верующие рассуждают между собой на разные большие темы. Сейчас, подожди, я тут заканчиваю события дня. Маленько отдохни, пока погрейся.
мне сюда не вернуться. Я тут открыл некоторые, их надо убрать. Я передал уже. Ну, какие события? Воскресный день был. Как всегда, встали в 4:40. Ну, я встаю раньше, часа на 2. Почти в 2 часа. Разобрал почту, все. Печь затопил. А вечером ложусь пораньше. Спрашивают, во сколько. И иногда по-разному. Ну, желательно в 9. Ну, получается, попозже. Смотришь, уже 10 час и 11 идет. А вставать-то мне в 2 часа. Ну, святая, маловато остается в этом возрасте, но пока тяну. Батюшки не было ту неделю, он в деревне Потеряевка. Он то там служит неделю, вернее, воскресный, субботний, воскресный день, а потом следующий едет в Барнаул. Бедный, 30 с лишним раз ездит за год с Потеряевки сюда. А умножь на 10 лет 300 раз. Ой-ой-ой. Ну, а потом что? Служба у нас прошла, богослужение, собрание было. Я уже выставил, что записали. Трапеза и занятия. А потом уже сейчас у нас входит в порядок. В воскресенье уже второй раз будет. Четверо мы в разных местах живем. Да и больше теперь будет. В чат-рулетку заходим на 1 час. С 4 до 5. А в 6 уже начинается занятие. Опять у нас по скайпу. Получается 3 занятия в неделю и 1 в храме. 4 занятия. Ну, а кто-то идет на благовестие, Евангелие раздавать. Вот так интересно. День прошел переполненный. Ну, все на этом. Благодарю Бога моего.